Строительство ФОКа на улице Океанская в краевой столице находится на завершающей стадии. Скоро подрядчик приступит к отделочным работам в блоке бассейна. В конце сентября у нас заканчивается срок действия контракта, и подрядчик по контракту должен передать объект для проведения работ, связанных с его регистрацией, постановкой на кадастровый учет и водовую эксплуатацию. Основные работы у нас по зданию завершены. Работы по наружному благоустройству выполнены на 80-90%. Также у нас завершены полностью или практически полностью работы внутри здания. Внутри здания мы заканчиваем работы по отделке и установке постилающих слоев и спортивного покрытия большого универсального зала. Выполнили плиточные работы на 90% в зале бассейнов. Сейчас ждем достижения поверхности бетона для нанесения стекловидного синтетического покрытия. Ведутся и работы по капитальному ремонту подъезда к новому физкультурно-оздоровительному центру. На участке дороги обустраивают тротуары и меняют асфальтобетонное дорожное покрытие. К началу октября подрядчик выйдет на итоговую проверку. После этого комплекс передадут на баланс города и ведут в эксплуатацию. Добавим, в новом спорткомплексе размещены два бассейна – малый на 10 метров и большой на 25 метров. Универсальный зал с трибунами для зрителей, а также залы для бокса, фитнеса, игры в теннис и тренажерный зал. На улице обустраивают воркаут-площадки с антивандальными тренажерами, универсальную спортивную площадку для игры в баскетбол, мини-футбол и другие игры. В зимнее время эту площадку будут использовать как ледовый каток. Все уличные спортивные объекты для посетителей будут бесплатными.